Приветствую вас на канале «Краски праздника». Это проект «Чебоксары в сердце». Сегодня мы с вами прогуляемся по дубовой роще и оценим ту реконструкцию, которая была проведена за последние годы. Здесь вырубили половину деревьев ради того, чтобы сделать широкие кривые дороги и гигантскую площадку для выгула собак. Здесь скамейки непонятной конструкции, в не менее непонятных местах, детские площадки в больших количествах. А дубовые рощи и от частички леса фактически в самом центре города Чебоксара не осталось и следа. Лес превратился в очередной грустный сквер. Поддержать проект «Чебоксары в сердце» вы можете подпиской на канал «Краски праздника». Увидимся с вами совсем скоро. Это проект «Чебоксары в сердце».